Всем привет, это канал Crypto Commons, и сегодня мы поговорим, как всегда, про биткоин и криптовалюты. Ну, давайте сразу к делу. Так, ну что, на рынке жесть вообще какая-то происходит, но в принципе все нормально, все под контроллером. Вчера был жесткий такой пролив в стиле дамп, все уже там ванговали в BitMEX чатике, что вниз пойдем обновлять лои локальные на 8. Но вот, как мы видим, это все дело быстро откупили и улетели очень, конечно, хорошо наверх. Практически вернулись обратно, штурмуем десятку. По эфиру та же самая картина. Ну, это на 5 минутках такая тема, а если мы посмотрим более глобально, то тут вообще ничего и не поменялось. На 4-часовике еще, да, вот мы видим, что бодренький такой отскок, вот мы видим возвращение к сетке к супергуппе. Получается, что вот это у нас был long squeeze, походу, потому что мы на битмиксе вообще падали куда-то на 8600, это вот сюда в моменте, а на остальных биржах падали вот на 900-9200 и уже откупили бодро обратно. Да, кстати, по поводу вот этих выносов на битмиксе, давайте посмотрим здесь тоже 4-часовик. Вот, видите, на битмиксе то вот эта сопля опускалась аж на 8600 и вынесла всех, кто лонговал. А, скажем, на Bybit, если мы посмотрим, вот, на Bybit мы опускались на 9300, ну, на 9265, если быть точным, и на многих других биржах. Поэтому, опять же, если вы все еще не уносите ноги с битмикса, то сейчас вот это хороший вариант сделать. Поэтому, опять же, смотрите сами, как бы, если вы шортили, конечно, на битмиксе вам было это выгоднее, наверное, в моменте, если вы успели там закрыться. Но в целом, если вы лонгуете, то, конечно же, Bybit более гуманно себя ведет. Вот, поэтому хочу сразу напомнить, сегодня, именно сегодня, в понедельник, какой сегодня, 8 июня, открыта регистрация, первый день регистрации в турнире специально для русскоязычных трейдеров на Bybit. По ссылке из описания переходите и регистрируйтесь. Те, кто сегодня зарегистрируется, получат дополнительные $20 на счет. Для регистрации в турнире достаточно всего вот 0.02 BTC, то есть 2 миллиона сатоши. Можете почитать подробнее здесь о турнире, вот правила. Призовой фонд. Если сделаете репосты в соцсетях, может еще выиграть iPhone SE, если повезет. Ну и 5 лучших трейдеров разделят призовой фонд. Вот. Если наберется 500 участников, то призы главные будут вот 0.9 битка, 0.75, 0.6, 0.45, 0.3. Почитайте все сами. Регистрация сегодня открыта. До 14 июня она идет. Но фишка в том, что именно сегодня нужно зарегистрироваться, чтобы получить доп. Бонус. Ну и сам турнир начнется 14 июня. И продлится до 28 июня. Вот, поэтому смотрите, вы можете делиться своим прогрессом. Такая открытая торговля, она дисциплинирует. Делать это аккуратно и в профит. Поэтому встретимся все с вами на турнире Bybit. И еще хочу сразу напомнить, что YouTube что-то сейчас очень жестко шедоубанит крипто-контент. Поэтому проверьте обязательно, что у вас стоит подписка на канал, если вам нравится такой контент. И буду признателен вам за лайк на это видео, потому что оно помогает показывать большему количеству заинтересованных чуваков. Вот. Также не забывайте добавиться в наш телеграм-чат. Здесь там все это мы обсуждаем подробно. И будем вместе торговать, наверное. Кто не видел обзор мой на биржу Bybit, вот он здесь в шапке. Можете посмотреть, как ей пользоваться. Ну и будем вести, походу, во время турнира будем вести лайвстримы, ну и делать видосы. В общем, будет такая онлайн-торговля в этот раз. Вот, ну а так что, смотрите, это вот 4-часовик у нас бодро отпрыгнул. А если мы взглянем дневки, то на дневках вообще все супер позитивно. Вот у нас как бы, не, ну конечно, это такой сильный рост был. И сейчас все самое главное еще внимание на то, как откроются индексы. Да, фондовые рынки у нас на all-time high'ах. Сиплый, ну как на all-time high, Сиплый вот уже пошел убивать all-time high, в опасной зоне находится. NASDAQ уже перебил. В общем, смотрим, как пойдут все рынки. Золото, кстати, вот начинает отскакивать. Вот по золоту и по крипте был какой-то ложный заход вниз. Но будем смотреть сейчас, как все это дело откупят. Потому что по фундаменталу, конечно, биток и драгметаллы, по идее, должны расти вверх, потому что доллары печатаются триллионами. И все, кто сравнивают это с рецессией, там, которая была 100 лет назад, но тогда доллар был привязан еще к золоту. Сейчас он отвязан и дешевеет, просто конкретно скамится. Вот, если мы посмотрим недельный график битка, на недельном вообще у нас просто рост только начался, и супергуппи вот только позеленело. То есть, в принципе, это смотрит куда-то наверх-наверх.
Вот, ну а насчет доллара, напомню еще, если кто не видел, тут есть такая штука, как invert scale, инверсивный график, вот. И мы видим, что да, биток, ну то есть не биток к доллару, а доллар к битку, это вот такая скамовая бумажка, которая падает, 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 падает все время, вот видите. Напоминает Ripple чем-то. Поэтому, ну все, графики говорят сами за себя. Вот, и если мы развернем сейчас обратно и посмотрим месячный таймфрейм, то на месячном таймфрейме вот график битка, ну это просто супербул вообще. То есть, ну, о каком тут бэр-маркете может быть речь. Поэтому смотрим, что stock to flow, халвинг, опять же. То есть по stock to flow у нас, по идее, должен произойти 10-кратный рост. И новое дно битка где-то в районе 100 тысяч долларов. Вот они вот здесь вот. То есть вот сюда мы смотрим, эта линия. Году в 2022, по идее, это будет даже не перекупленная зона, а где-то вот здесь посередине желтая. То есть это будет новое дно битка, а перекупленность будет где-то здесь. Ну, если тут посмотреть, конечно, немного неправильно они рисуют эту радугу логарифмическую, потому что, смотрите, первая перекупленность была выше сильно, а перепроданность была не в самом низу, да, не на синей, а где-то на голубой, на зеленой штуке. Потом второй цикл уже мы пошли вот в фиолетовую зону, не так высоко перекупленность, перепроданность была в синей зоне. Третий цикл, смотрите, мы даже до фиолетовой не дошли, перекупленность вот здесь на 20 тысяч, это уже красная была. И синяя, мы под нее даже чуть-чуть провалились. То есть сейчас, в принципе, логично предположить, если новый булран, что мы поднимемся уже даже не так высоко и не так быстро, а куда-нибудь, ну даже если вот в оранжевую вот сюда территорию, и потом можем провалиться еще ниже. Но, тем не менее, это все равно будут уровни значительно выше, чем сейчас ценовые. Поэтому как-то вот так. Давайте глянем еще в стакан финика. На финике, ну, сейчас такой более-менее паритет, немножко перевес есть в сторону шортов локальный, но если мы отдалимся, то мы увидим, что вот, на самом-то деле, ну да, сейчас уже небольшой перевес, вчера было по-другому. Ну вот, мы видим, что тут по 15 тысяч долларов только готовы продать вот 6 тысяч биточков, а откупить их готовы уже по 7400, то есть, как бы это не отменяет бычий сценарий, если еще отдалиться. Тут видно, да, вообще, что ну, вот по 8 миллионов долларов готовы продать всего 8 тысяч биточков, а по 40 долларов откупить 16 тысяч биточков. То есть, в принципе, покупатель-то он есть. Но если более так трезво смотреть, вот 8 тысяч биточков по 20 тысяч долларов готовы продать, но и 8 тысяч биточков готовы откупить по 7. Понимаете? То есть, покупатель реально есть в рынке, кто бы что ни говорил. И вот мы его видим, вот он себя проявляет. Дампы как бы они есть, но потом еще более крутые пампы идут. Поэтому, не знаю, мне лично все напоминает очень сильно 2016 год, когда тоже никто не верил. Потому что многие не верят и шортят сейчас на марджине, на фьючерсах. И даже те, кто на споте, они просто не верят и продают. В этом и смысл, что они продают, фиксируют некую прибыль небольшую, не веря в дальнейший рост. И дальше в такие моменты этот рост как бы и случается. На практике как бы видел, знаю. Как написал Кевин Свенсон в своем твиттере, очень классно, что в бычий рынок, что не нужно как бы ничего вообще делать, просто нужно принять то, что бычий рынок даст вам заработать денег как бы в лонге. Многие трейдеры уже, которые вот последние два года торговали, они к этому не приучены. Они приучены, что вверх и вниз нужно шортить, нужно зарабатывать на падениях, хеджироваться. А на самом деле в бычий рынок нужно просто висеть в лонге, и как бы он себя отработает. Ну и все, что тут можно сказать, что вот по 5 минуткам вернувшись, если посмотреть, вот здесь вот умники, как мы видим, продали, да, умники продали внизу, в кавычках умники, и вот тут вот они откупили лонг, то есть сейчас локально, возможно, еще будет шортить, чтобы они опять продали внизу, и дальше лонг, то есть, в принципе, любой булран, любой лонг, это просто серия шорт-сквизов огромных, все дальше и дальше, то есть там другие умники зашортят по 13, по 15, по 20, по 25к, по 50, по 100, ну и так далее. Поэтому вот примерно такая стратегия. Опять же, весь мой этот бычий настрой, он не отменяет в крайних случаях похода куда-то вниз, там и на 7 тысяч даже. То есть будьте готовы всегда к проливу. Если мы уйдем ниже вот этих мувингов, куда-нибудь на 8 с чем-то или даже вдруг на 7, будьте готовы, чтобы вас не смыло, а чтобы вы там еще больше докупились. Поэтому либо ставьте стоп-лоссы, либо не перебарщивайте с плечом, усредняйте. Короче, на свой страх и риск торгуйте по своим ощущениям. Не финансовый совет, естественно, дисклеймер. Ну и вот, так что встретимся с вами на турнире на Bybit. И я начинаю, собственно, делать регистрацию.
чтобы подтвердить свои слова делом. Вот, нажимаем здесь регистрация и нажимаем вступить в команду. Есть, вы успешно присоединились к состязанию. Круто. Ну и все, собственно. Если какие-то вопросы, пишите в чатик. Всегда на связи. С вами был Флалала, это канал CryptoCommons. Всем профита, увидимся на Bybit турнире. До скорого.